Помнишь, как мы вчера спорили, что сегодня обязательно что-нибудь да произойдет? Ну да. Только у тебя нет никаких шансов меня победить и выиграть спор. Наш. У меня 60% к 100%, чтобы я выиграл и не пошел за газеты. Да ладно, ты всегда споришь и всегда мне проигрываешь. О нет, ты выиграл. Я должен тебе газету. Иди поищи улики, а я займусь трупом. Я нашел! Господи, что вы так кричите? Вас надо отправить в лабораторию на опыты. Извините меня, я просто... Еще у вас тут перчатка торчит. Несмотря ни на что, вы очень красивые. Можно, пожалуйста, номер телефона, имейл и адрес с домофоном? Ну ладно. Ну, вдруг вы тот самый убийца? Давайте, я детектив. Ну, ладно, вот только... Ладно, допустим, дам номер. Что дальше? Спасибо, дорогуша. Пока. Очень странная какая-то. Нашего парламента. Привет, Антон. Прости, что я тебе не купил газету, но... Привет, Федор. Поверить не могу, что это была та женщина. Так. Что здесь происходит? Надо посмотреть здесь. Так. Нужно сначала проверить ДНК. Так, ага. И начинаем. Антон, давай, вставай. Хватит читать, вперед. Я знаю, кто убийца. Откройте, полиция! Откройте! Доверь дело профессионалу. Воля! Открыто! Что вы скажете в свое оправдание, а? Ну, знаете, это была не я. Вы утверждали, что вы не убивали ее. Но аппаратура говорит... Прощайся, жизнь! Антон, осторожно! Антон! Нет! Вот теперь ты действительно убила человека! Отпустите немедленно! Вы, Елена, убили двух людей. Вам место за решеткой!